плановые сроки в Ахе завершится строительство очередной очереди городского стадиона. Работы ведет компания «Инновационное строительство» из Южно-Сахалинска. До 29 ноября контракт. Полотно уже почти готово на поле под траву искусственную. Сейчас занимаемся бетонными работами. Беговые дорожки тоже все готовы. Только отсыпаюсь, заливаю бетон и все. На территории стадиона будет 3 специализированных спортивные площадки – волейбольная, общефизическая и для мини-футбола. Завершаются бетонные работы. Беговая дорожка уже также готова под покрытие. Погода благоволит строителям. До сих пор нет морозов и снега, но даже если зима наконец вступит в свои права, в компании все готово к работам в холода. Много присадок придумано, которые можно и зимой ложить, и в минусовые температуры, даже без обогрева. Также для бетона есть стены обогревающие, есть шатры, которые искусственно делаются, пушками обогреваются, как электрическими, так и бензиновыми. На поле стадиона проведена большая работа. Подушка под травяным покрытием более полуметра. Все поле пересекают дренажные устройства, которые выходят на периметр. Здесь сточная вода будет поступать в ливневый сток. В финишном покрытии есть специальные отверстия для того, чтобы вода не скапливалась на поверхности, а сразу уходила в дренаж. Под полем у нас поперечные дренажи через каждые 6 метров. Вокруг поля круговая дрена, которая соединяется с ливневой канализацией. Ливневая канализация идет вторым кругом после поля, который еще собирает воду, будет с беговой и самого поля будет собирать. Будет вокруг поля лотки стоять, водосборные, которые тоже ливневую канализацию. Компания примет участие в тендере на второй этап строительства Ахинского стадиона. Он начнется в будущем году, тогда здесь завершат работы. Главным строительным объектом станет административное здание стадиона. Субтитры сделал DimaTorzok.